Всем здравствуйте! Сейчас я расскажу о таком расширении SEO-тест. Данное расширение позволяет вам делать тест любого сайта. Данное расширение больше подойдет для тех, кто разрабатывает сайты, дизайнер сайта или просто беспокоится о своей безопасности сайта. Ну, я расскажу вам, как пользоваться данным расширением. Заранее я извинюсь, что данный видеоролик будет очень длинный. Пожалуйста, досмотрите до конца, вам будет очень интересно. Давайте начнем с установки данного расширения. Нажимаем вот сюда. И нажимаем «Установить». Установили. Я буду все показывать на своем сайте, как говорится. Начнем, например, показываю. Смотрите, нажимаем сюда. IP сайта. Дата регистрации, когда кончится регистрация. Прямо так, смотрите, прям каждый буду показывать и объяснять, что это такое. Вот. По поиску айпишника, вот порты какие сейчас покажу. Давайте, так, Яндекс, Google, вот, все отлично показывает, смотрите. Раз, раз, раз. Дальше давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, дальше что у нас? Какие еще мы можем посмотреть? Что у меня дальше по доменам? Так, вот. Здесь уже поинтереснее. Смотрите. Здесь показывается, как, к какому домену относится. Вот, если открыть, можно именно локально посмотреть. Вот, смотрите. Глубже уйдем. И до IP-адреса уходим. И здесь можно посмотреть все прям подробно-подробно. Также уходим вот сюда примерно и уходим вот сюда. И как вы можете видеть, статистика открывается практически полная. Видите? Но это не точные места могут быть, но 100% данное расширение очень полезно. Дальше идем. Вот это давайте посмотрим. Так. Да, нажимаем обязательно. Принять, конечно. Вы все принимаете. Так, смотрите, смотрим, что сейчас она покажет. Поиск нажимаем. Как вы можете видеть, здесь у меня ничего нету. Давайте дальше пойдем посмотрим. Может, где-то я еще засветился. Заранее извиняюсь, если будет очень тихо или очень громко. Ну, напряжен от счастья. Вот здесь, смотрите, вот. Видите, вот такой баннер. Давайте я расскажу параллельно, как с данными баннерами можно бороться. Первое, вот так пройти. Второе, дедовским методом. Запоминайте, я сейчас буду все медленно делать, смотрите. Вот. Не могли вот сделать, чтобы она вот не выскакивала. Наверное, многим не нравится, что она выскакивает. Зафиксировать и вот так зафиксировать. Смотрите, наводим сюда. Видите, вот это код элемента. Наводим на него. Можно либо вот так сделать, а я вот так сделаю. Вот как сейчас, смотрите. Открываем код элемента и просто его стираем. Все. Как вы можете видеть, осталось только вот этот элемент. А он привязан к вот этому элементу. А этот я уже вот так вот уберу. А это уже вам не надо. И вы можете посмотреть, что здесь спрятано. Смотрите, раз, нажимаете. И вот так можно будет, убирая элементы, можно будет читать, что находится за вот этой ерундой. Вот этой. Понимаете, да? Все кликабельное будет. Вот так же повторюсь. Раз. И здесь все становится кликабельным. Видите, все подсвечивается, все кликабельное. Давайте дальше пойдем. Так, вот это. Что у нас же здесь? Давайте посмотрим. А здесь у нас будет ссылочка, которую сейчас я вставлю. Так, копировать,
Вставить. Так, смотрите, видите капча. Как данную капчу проходить? Ну, многие знают, может кто-то не знает. Также расскажу. Нажимаем на нее. И смотрите, видите, здесь написано автомобиль. Раз, два, три, четыре. И все. Светофоры. Так, автобусы. Все, как вы можете видеть, автобусов больше нет. Нажимаем применить. И нажимаем дальше. Так, смотрим, что будет выдано нам. Так, выдано нам, к сожалению, ничего, потому что сайт здесь пока не был замечен. Это достаточно неважно. Но если сайт здесь замечен, было бы достаточно получше. Ну ладно, давайте дальше пойдем. Дальше, 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 дальше. Так. О, вот это вот давайте покажу вам еще вот это вот. Вот, смотрите. Сразу как, смотрите. Анализ как прошел. Раз анализ. Два анализ. Так. Сразу здесь. Вот. О, кстати, я нашел место, где мне надо будет доработать. HTTP-запросы мне надо будет доработать. Чуть-чуть вот где-то надо будет подделать, и все будет шикарно. Видите, вот это показывает, я говорю, все показывает. Но зато, посмотрите, остальное все шикарно. Дальше давайте покажу. Так, и вот этот тестер еще надо пройти также, показать. Ага. Вот. Как вы видите, сайт достаточно еще, ну, молодой. Но уже очень сильный. Но в такие огромные базы не попадает. Потому что в них большие массивы. Давайте посмотрим дальше. Смотрите. Идем вот сюда. И давайте вот эту посмотрим. Что вот здесь у нас покажет интересненького. Ждем загрузки. Загрузка прошла успешно. Но. Сайт русский. Поиск. На карте не нашел. В мире тоже не найден. Хорошо. Но вы не думайте, я сейчас покажу на своем сайте, а потом частично буду показывать на гигантах. И вы сразу разницу заметите. Я вам отвечаю. Вот звездочка так красивая очень. Давайте посмотрим, что же за этой звездочкой. Поиск нажимаем и смотрим. Да. Все-таки доменные мы пока пропустим. Давайте опустим вот это, весь домен вот это опустим до вот этого вот места. Это внутренняя часть моего сайта, как вы можете видеть. Вам это мало чего говорит, так что я оставлю это за кадром. Дальше давайте пойдем. Вот это, например, вот посмотрим. Сейчас перейдем к безопасности сайта. Вот вам будет достаточно интересно. Как вы можете видеть, мой сайт нигде не состоит. Все очень безопасно, как вы можете видеть. Видите, будет здесь все защищено, как вы видите. Видите, все защищено. Но пока SSL протокола нету. А так все данные защищены. Если вот это было бы, еще SSL протокол бы стоял, шифрование. Но так как я человек, который скоро наберет на него, как на рекламе, заработаю денежку и сразу куплю. Давайте дальше покажу. Давайте перейдем к более интересному. Ну вот еще вот это давайте покажу вам. Наверное, будет вам интересно. Самые интересные будут показывать. Так, ну вот это вот, смотрите, данный сервис, если у вас вот домен чуть-чуть постарше, ну примерно вот полгода, год есть, смысл есть вот на такие сайты заходить и сверять свой домен с другими,
по ключевикам. Это позволит вам сэкономить примерно, ну, года полтора поиска ключевых слов. Потому что многие уже сделали самые оптимальные ключевые слова. Почему вам не взять их? Ну, правильно? Правильно. Давайте еще покажу ключевые слова свои. Ну так, чисто, если вы хотите. А вы хотите, я знаю. Вы мне писали. Давайте еще покажу сюда. Вот, например, один из ключевых слов. Вот количество запросов. Количество запросов в мире. Ну, в целом шикарно. Ну, давайте дальше пойдем. О, сейчас самое интересное начнется. Вот, смотрите, Яндекс. Опа, смотрите, не пугайтесь, не пугаться вам. Как вы можете видеть, Яндекс говорит, здесь написано, то что мой сайт абсолютно безопасен по требованию, по статистике Яндекса. Если автор сайта думает, что он не безопасен, может обратиться в службу. Но так как я уверен, что сайт полностью безопасен и гарантирую, что он безопасен, так что я оставляю вот это как есть, полностью идеальным. Дальше давайте покажу. Следующий. Google. Наш любимый. Google, даже мне кажется, иногда получше Яндекса бывает, поадекватнее. Смотрите, как вы можете видеть, все отлично. Все идеально, видите? Дальше давайте пойдем. Вы смотрите, как это работает. Отчеты. Сейчас безопасность. Ну, вот это, если хотите, вот здесь вот читайте я. А я буду показывать, что это делает и рассказывать. Понимаете? Вот это сейчас. Давайте посмотрим. Загрузка идет обязательно. Подождем. Ну, что ж, куда нам спешить? Так, ну... Скорость, как вы понимаете, ну, у меня не самая быстрая, но не самая медленная. То есть нормально. Также по защите все в порядке. Bad malware, я знаю, поправлю. У меня защита здесь достаточно хорошая, но... Я ее доделываю, постоянно оптимизирую. Да, все правильно, все правильно. Также HTTP последняя у меня версия, все правильно, все идеально. Так, дальше. Давайте, чтобы имя ваше не тянуть, сейчас дальше это позакрываю, если вы разрешите мне. И дальше пойду. Сейчас к самому интересному перейду. К сканированию сайта на вирусы. Ну, как вы можете видеть, этот антивирусник не работает, вы даже не пытаетесь. Он у вас тоже не будет работать, ну, потому что вот что-то вот, ну, доктор веб подводит. Давайте дальше. Да. Я все согласен. Так, давайте посмотрим, что же тут такое интересное. Вставим нашу ссылочку. Все-таки охота так вот. Именно... главной страницы, понимаете? Ну ладно, смотрите, безопасность сайта показывается вот на момент, вот этот сайт абсолютно безопасен по всем параметрам, по всем, смотрите, кроме вот этих параметров, но это SSL-овский документ, которого пока у меня нету. По остальным параметрам полная безопасность. Дальше смотрим, смотрите. Смотрите, 0 из 66 причин, то есть абсолютный рекорд. Я все сделал идеально, и сайт полностью защищен. Но, как говорится, есть люди, мастера, которые даже такое обходят, я не могу гарантировать. Полный вообще сейф, потому что наши хакеры не спят, они очень профессиональные люди. Также на вот этой площадке, данная площадка достаточно удобная. Так, показывает наш сайт во всех базах. Если есть где-то
в какой-то базе, она здесь отобразится вирусной. Ну, как вы можете видеть, ничего нет, видите, не отображается. Давайте дальше пойдем. Следующий. Вот этот. Так, вставляем сюда ссылочку нашу ненаглядную и проверяем. Что же мы сейчас увидим? А мы сейчас увидим то, что мы сейчас увидим. Вот, смотрим. И мы видим дата создания. Так, так, так. Давайте дальше смотрим. Вот это мы видим. Много-много-много всего мы видим. Но самое интересное, мы вот это вот увидели. 3 секунды назад. В принципе, IP сайта тоже достаточно удобно смотреть, если вам нужно. Также смотрите, вот это тоже один из хороших параметров. И адрес сайта также вот. Давайте дальше посмотрим. Ну, мы же должны посмотреть что-то интересное, правильно? Должны, правильно. Давайте дальше посмотрим, что у нас еще интересного есть. А вот это мы не смотрели. Давайте посмотрим. Так, чисто. Для галочки. Смотрим, что у нас здесь есть. Сейчас данные проверятся по антивирусной базе и посмотрим, что у нас здесь получится идеального такого. Вот это я на свой сайт поставлю. Если сейчас вот все идеально будет, я его обязательно на свой сайт скопирую. Где-нибудь внизу поставлю. Ну, вот где-нибудь, знаете. А вот где-нибудь поставлю. Найду место. Так, уже здесь смотрим, видите, безопасно. Так, сейчас... Ну вот видите, давайте пока сделаем так. Сейчас я вот этот сайт оставлю, мы продолжим смотреть другие функции данного расширения, а вернемся к этой странице, когда она закончит. Давайте так сделаем. Все. Так, так, так. Ну давайте вот это вот. Начнем отсюда. Первый. Будем все прям досконально я вам расскажу, чтобы у вас не было вопросов никаких. Многие сервисы вы узнаете интересные. Вот один из сервисов рекламы. Нет, смотрите, вот при переходе на этот сервис нажимайте нет, а то вас будет заспамит вас. В принципе, хороший сервис, надо будет зарегистрироваться потом. И также, кто владельцы сайтов, может регистрироваться. Также может регистрироваться на как там вот на таком вот сайте вот еще для повышения производительности сайта. Также давайте дальше посмотрим. Вот этот. Вот, посмотрим. Вот тоже один из сайтов хороший. Так, вебмастер и рекламодатель. Кто вы хотите быть? Ну вот, например, вебмастер. Почта. Пароль, скайп, я согласен. Или рекламодатель. Также. И все сделали. Дальше давайте пойдем. Так. Идем сюда. Сейчас пока рекламные площадки. Да. Статистика сайта по заработку. Ну, давайте это я опущу, потому что они здесь будут повторяться. Ну, думаю, будет вам неинтересно остальные две смотреть. Я думаю, сами посмотрите. Ну, вот эта вот площадка, я скажу, тоже последняя вот. Я скажу честно, она, ну, не самая такая шикарная. Но, я скажу честно, реклама автоматически заказывается. Удобная оплата рекламы. Рекламодатель оплатил, сразу у вас появляется на сайте. Просто код вставили, у вас на сайте проблем, в принципе, никаких. Как для рекламодателя, так и для вас. Давайте дальше пойдем.
Дальше вот это нажмем. Так, и смотрим, что здесь интересного. Данные, здесь вот люди пишут статьи, будут писать. Ну, полностью функция для веб-мастера, я отвечаю. Данное расширение помогает веб-мастерам, ну, с трудностью справляться, отвечаю. Трудные задачи решать. Кстати, вот я пользуюсь вот этим, вот я до него дойду, сейчас расскажу вам о нем. Вот самый лучший, наверное, если я вот правильно угадал, это оно, то да. Давайте сразу до него дойду, перескочу, конечно. Почему данным решением я пользуюсь? Ну, давайте вот, блин, по очереди покажу все. Ну, данные это вот чисто какая писанина вот будет у вас, раз, и вот так вот. Оценка. Также вот эти вот плюсики, минусики, ну ладно. Это тоже текст, как заказать. Тут тоже текст на заказ идет, SEO-тексты. И вот это самое интересное. Смотрите, я здесь, кстати, два текста заказывал на сайт. Я думаю, найдут, кто захочет. Сейчас покажу, почему я данный сайт использую. Ну, например, ну вот, к примеру, одна из статей. Вот, чисто наугад нажал. А вот почему, смотрите. Здесь есть такая функция, будет и вам интересно, зафиксировать уникальность. Видите, уникальность 100% данной статьи. То есть, защита от копирования любого контента. Я это в политике безопасности и в правилах я записал. Любое копирование информации с данного сайта запрещено в текстовом варианте. Дальше давайте пойдем. Смотрите сейчас. Это все я уберу. Разрешите, пожалуйста, мне. Так, тут смотрим. Ну, тут очень долго проверяется, как говорится, по всем должно провериться антивирусным базам. Большой такой объем будет проверки. Но как оно только закончится, я вот этот код размещу обязательно на сайте, я вам обещаю. Если хотите, даже можете после ролика поискать, где же я его спрятал на сайте, и в комментариях написать. Ну, чисто так, кто хочет. Давайте вот это, сразу я все вот так открою, чтобы было легко, и сразу начну показывать вам. Ну, здесь рассказывается, что все прекрасно и будет солнечно, денежка будет лететь вверх, как космос. Но я пока придерживаюсь своей методики, все аккуратно, потихоньку. Вот это я не заказываю. Все только своими руками. Никаких ссылочек я не заказываю, потому что за них могут забанить, сразу предупреждаю. Налево, если вы где-то заказываете ссылки, у каких-то сайтов, сервисов ссылки заказываете, вас могут забанить, и вы с этим ничего не сможете сделать. Вот, кстати, смотрите, видите вот этого расширения? Вот я сегодня сделал на него обзорчик, сейчас покажу, где оно. Вот, видите? Вот оно. Но данное расширение, это как смесь всех расширений большого спектра. Очень большого спектра, как вы можете видеть. И давайте посмотрим, как же все-таки оно работает. Ну, опять давайте я все равно покажу, чтобы не жмотить, как говорится. Показатели достаточно хорошие для телефона, для компьютера чуть поменьше, мобильные устройства лучше. У меня два вида, как вы можете видеть. Для компьютерной версии вот такой дизайн сайта, для мобильной версии вот такой дизайн сайта. Вот скорость открытия, все открывается достаточно быстро, но с небольшими превышениями. Чем больше экран, тем больше задержка, понимаете? 90 секунд, ну, то есть вот эти баллы для меня сложно осилить из-за кэша. Скоро оптимизирую кукис. Не кукис, а кэш оптимизирую для сайта. Ускорю его уперкэшем, если не ошибаюсь. Давайте дальше покажу. Следующая функция. Что же у меня тут такого?
функционалы. Понаписано вообще шикарно. Разбирайся, да разбирайся. Смотрите. Здесь даже проще написано. Смотрите, как бы он выглядел на мобильных устройствах, вот наглядно. И как бы он выглядел на устройствах компьютерных. Вот так вот. Кстати, вот так он и выглядит у меня сайт. Я сделал такой вариант и такой вариант сайта. Здесь, как говорится, все получше. Вы можете видеть, смотрите. Здесь все получше. Но также небольшие... Также небольшие... закавырки. Но. Смотрите. Полная идеальность. Смотрите, практически совпадает. Значит, все хорошо. Давайте дальше пойдем. Что бы вы здесь увидели? Давайте анализ нажмем, пока здесь я. Анализ. Прикольно, да? Смотрите, вот как делается анализ. Как на принтере совпадает, правильно? Как на принтере. Как на принтере ходит. Так, давайте я пока следующий вам покажу. Так, и... Такс. Тест. Пешеходный переход. Ну, я вам уже рассказывал, как данные капчи делать. Так что тест нажимаем. И ожидаем, когда он закончится. Так, переходим сюда. И смотрим, смотрите. Так, смотрим, смотрите, как... здесь небольшие нюансики, но я их уже исправляю с прям с бешеной скоростью. И здесь все идеально, смотрите, прям идеально все. Также вы должны будете посмотреть это для своего сайта, как бы это было работать на вашем сайте. Вы, если будете вот разрабатывать свой сайт, вы должны учитывать вот все вот эти пункты, о которых я вам рассказываю. Вот, ну не понимаете, я не рассказываю, а показываю сервисы, в которых они учитываются, понимаете? И вот каждый пункт вы должны смотреть, вот и если вот какой-то из этих пунктов вот превышен, вот как, например, вот этот, открывать и смотреть, почему же он превышен. А вот он превышен из-за того, что чуть-чуть ошибся вот здесь, вот где-то. Ну ладно, не буду заморачиваться вам, не буду, как говорится, в уши лить того, чего не надо, дальше пойду. Смотрите, вот показана таблица, как у нас движется на компьютерном весь версия. Вот еще одна, так дальше. Здесь чисто компьютерная, да? Ну, это вот хорошо. Так, ставим галочку, все идеально. Так, 81 из 100. Ну, это я описание буду доделывать, это все в порядке с этим, отлично. Все в порядке, идеально. Вы понимаете, да? Данные сервисы помогают улучшить работу сайта. А если это не ваш сайт, вы можете проверить, насколько он безопасен. Вот как, например, вот, ну раз, проверили сайт, а он не безопасен. И сразу так, тюк-тюк, куда надо, можно написать. И данный сайт можно заблокировать. Но я не буду говорить, что и куда... Вы должны будете, если хотите, сами разбирайтесь в этом плане. Мое дело рассказать вам сейчас о данном расширении будет. Я побольше включу, чтобы они прогрузились побыстрее. Вот смотрите, сейчас вот в таком плане будем смотреть, как данный сайт адаптирован под мобильные устройства. Так, это не мобильные устройства. Так, это не мобильные даже, вот. Вот это, наверное, мой Android. Вот. Так вот. Обновить. Вот так вот. Давайте глазом посмотрим, как это будет отображаться при помощи. Ну, как обычным пользователям. Также привязку сделаем. Переворот экрана сделаем. И примерно вот этот сделаем. Телефонный. И смотри, сейчас должен перейти в другой режим. Смотрим. Оба! И перешел в телефонный режим, как вы можете видеть. Смотрите, сравните. Вот такой на компьютерах. А вот такой на телефонах. Видите? Можно вот такой сделать, а можно без такого. Видите? То есть нельзя листать, пролистывать. Вот так удобнее, конечно.
Масштабы можно менять. Вот такой сделайте, пожалуйста. Но чуть шире делайте, и сразу он переходит в режим компьютера. Также, если экран сделать вот такой вот рабочий, то есть вообще даже в мой не помещается, к сожалению, вот такой экран, то считай, вы попали на сайт мой. Также можно вот такой сделать, типа максимальный, но самый лучший это вот этот вот у меня маленький такой вот. Нет, конечно, не буду шутить. Вот. Вот, кстати, на мобильных устройствах вот эти стрелочки более проработанные сделаны. Смотрите. Видите? Более проработаны. Давайте дальше пройдем по сервису. Что здесь еще интересного есть? Как можно посмотреть, как отображается каждая страница. Смотрите, видите? Очень удобно вот раз пролистать. То есть, очень удобно. Можно вот именно вот эта вся панель функциональна, что можно не везде увидеть. Автор сайта можно посмотреть, компьютер, телевизор. Давайте посмотрим. Ну вот в этой вкладочке так чисто, и вот в этой чисто попяюсь, вот так, понимаете, да? Ну и здесь вот также параметры, здесь написано все вот тут по-английски, но переводчик, который я вам прорекламировал в предыдущий раз, в моем плейлисте есть. Вот он перевел сразу раз, и все переведено. От слова совсем все. Давайте дальше перейдем. Кстати, а надо будет взять на заметку, удобный. Так, давайте дальше. Вот. Смотрите. Показывается, насколько на телефонах она удобна. Смотрите, политика конфиденциальности, принять. Я это рассказывал. Так, количество посещений, все удобно. Так, нажимаем сюда. Вот данные, видите, это да, здесь вот сейчас он находится в режиме сайта, но не перешедшего на режим телефона. Ну, типа такой вот. В пассивном режиме. Давайте дальше покажу. Вот незагруженный скриншот. Вот первые секунды показаны сайта, как вот он. Давайте чуть-чуть поможем. Вот так вот. 10 секунд. Ошибка выдалась. Ну ладно. Дальше давайте проверить. Идет анализ. И что же нам этот анализ даст? Давайте посмотрим. Смотрите. Окей, окей. Так. Как говорится, большинство океев, а это просто незаконченные данные. Так что как-то вот так. Также вот скорость показана, видите? Ну, как говорится, не маленький объем данных, да? Москва, Россия, то есть везде должно работать идеально, понимаете? Во всех концах планеты, понимаете? Все должно шикарно быть вообще. Дальше давайте. А, извините, конечно, вот я же сюда вот не дошел. Нажимаем также сюда. И ждем. Так, оп, оп, где сайт? Раз, здесь сайт, здесь отображается, и вот здесь сайт. Сейчас он проверяет, есть ли там пинг сайта. Так, есть, отобразился, видите, отображение пошло сайта. Ну, это чисто показывает, в каких регионах он отображается, а где он не отображается, понимаете, вот. 2 секунды 8, ну то есть задержка, видите, показывается, как насколько долго он открывается. То есть запрос идет от нашего сервера к ихним серверам. Давайте дальше. Так, вот эти две открыть надо. Так, также проверить нажимаем. И что тут, так, вот это, так, вот это, вот это. И
Давай, проверяйся. Ну, давай, умер, черт тебя дери, чтоб счастливым самым был, понял? Нет, ну, умер, к сожалению. Ладно, давайте дальше пойдем. Так. Ну, давайте все-таки. Так, это я позакрываю, чтобы трафик поднять опять. А то я его очень сильно покушал. Так, давайте теперь перейдем вот к этим. Раз, два, три. Три, четыре, пять, шесть. И теперь пошли смотреть, что же это такое. Так, смотрим, давайте. Браузер какой, вот Chrome я выберу. И сразу смотрите, вот она вылетает, ссылочка на Chrome браузер. Какая версия и что где находится. Также авто вот это и проверить. Так, и все, как вы можете видеть, вообще идеально. Смотрите, у вас будет такой же вот написан код. Давайте я расскажу, что, куда его можно сунуть. Скопировать код. Можно вот так сделать. Смотрите, я покажу, что это за код и как он работает. Смотрите, вот. Можно вот так вот открыть. Открываем. И можно подменить код. Вот это раз, подмена произошла. Так, ну, оп. И сайт, смотрите, стал более широким таким, вот смотрите, более обтекаемым больше, смотрите, и это мой сайт на самом деле, понимаете? Это мой, просто вытащенный код без плагинов. Вот если чисто код взять сайта, он вот так вот выглядит, чистый код. Больше ничего, чисто картинки какого формата и плагин вот такого вот, все. Справа стрелочки, как вы можете, все. Кстати, это кликабельно все, я даже могу показать. Смотрите, они должны быть кликабельные, да. Но, как вы можете видеть, они не могут никуда перейти, потому что у них дальше ссылок нету. Давайте дальше посмотрим. Я здесь правее уже, вот. Вот, тут если красненько это... А, нет, это старые порты, которые я закрыл, все в порядке. Все в порядке. Как вы можете, 60-60. Все отлично. Кстати, вот данный сервис достаточно удобно использовать тем, кто HTTP протокола только поменял. Удобно посмотреть, как сайт перешел на HTTP с HTTP, ну то есть с HTTP на HTTPS, если вы купили протокол SSL. Вот так, правильно сказал. Дальше давайте. Так, данный сервис не отвечает. Почему это? Так, интернет проверю, сейчас есть, нету. Есть интернет, все в порядке. Значит, данные сервисы не работают. Так что их отключить. И давайте дальше посмотрим, что у нас еще есть осталось. Значит, я вот эти сервисы проверил, они не работают. Давайте дальше пойдем. Нажимаем сюда. Как вы можете видеть, при вводе вот этого слова, вот так вот, и вот этого... отображаются все страницы моего сайта, понимаете, все. Но можно поступить еще вот таким способом. Смотрите, вот это вот осенние, вот это вот убираем, вот это вот, и ставим вот здесь звездочку. Чисто вам подсказка такая из админ панели даю. Это из панели Яндекс Вебмастера такая вот комбинация есть. Вот это вот если убрать, вот так вот. Она там пишется вот в таком формате. Двоеточие. И вот здесь текст вы должны будете ввести. То есть вот здесь вот. А здесь ваш текст. Вот так вот. Понимаете? И вот здесь все страницы сайта, на которые были сделаны страницы. Вот смотрите вот. 5 листов сделанных страниц. Вот. Ну, вот самые последние, такие интересные. Вот. Давайте дальше я пойду, чтобы не затягивать. Так, это закрыть. Это закрыть. Это оставить. Дальше идем. Так, также идем на Google страницу. Также давайте посмотрим, что она мне скажет. Смотрите, на Google появилась вот эта вот. Но на Google я, как говорится, не такой популярный. Но также здесь многие страницы все мои. Смотрите, вот. Вот это моя, точно я знаю. А, нет, да, вот это моя.
Вот это моя страница, это моя. А, нет. Все, да? Да, все, фух. Ошибся, думал не так. Немного, видите, здесь написано по-другому. Отличается от того, из-за этого не понял чуть-чуть. Да. Также вот на вот этой и на вот этой поисковой системе. Также вот, смотрите. Также здесь отображаются все страницы должны, да? Да, все мои. Любую открыть. Это вот. Также вот все идеально открывается. Не буду затягивать. Дальше идем. И также здесь, да. Также любая страница. Все. Давайте дальше идем. Так, 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 так. И идем сразу сюда. Смотрите, здесь показаны все картинки, которые я использую на своем сайте. Понимаете? То есть, ну не все, то есть, а те, которые были проиндексированы и попали в поиск именно от моего сайта. Вот эти картинки. Но их может быть больше, сейчас попробую обновить. Нет, больше не появляется. Сейчас покажу, где они находятся, эти картинки. А вот, сразу, видите, используется вот. Раз, можно попасть. Так, а вот в Гугле уже немного так поразнообразнее. Тут побольше вариантов. Тут уже все картинки, которые присутствуют на моем сайте, были проиндексированы. Ну, не все, если, то самое большинство, как я вижу, видите? Вот она картиночка, можно ее проверить, вот она. Также по другим рубрикам, видите, вот те самые, как говорится, для YouTube расширения. Также давайте вот здесь глянем. Здесь я ничего не нахожу, потому что здесь не проиндексировалось в этой системе, в этой тоже. Только в двух системах. Давайте дальше пойдем. Так, нажимаем сюда. И пошли вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Сразу смотрим. О, а у нас только одна. Смотрите, раз. И сразу попадаем куда надо. Дальше идем. Здесь этот сайт не найден, страница не найдена. Здесь сразу найдена эта страница по названию. Также давай. Это здесь. Здесь должен проверка домена. Кстати, небольшой такой открою секретик. Когда я выбирал название для своего сайта, вот домена, вот это вот именно название, я проверял именно на вот этом сайте все домены. Ну вот, например, сейчас я покажу на другом домене, вот, например, вот так вот. И, например, вот S уберу. И как можете видеть, смотрите, вот S убираешь, и смотрите, вот сколько пятен. Вот, например, ну вот, видите, вот. Что было с этим вот доменом? Кто его покупал? Вот. Смотрите, на данном домене вот всякой ерунды было навалом, понимаете? То есть можно проверить, пользовался ли кто-то этим доменом до меня или нет. При покупке домена учитывайте, это очень важно. Врать не буду. Так, вот как сайт выглядит в таком виде и в таком виде. Вот, тоже очень удобно. Загрузился, но уже сразу здесь, на моей странице. Хорошо. Давайте дальше пойдем. Дальше идем, идем, идем. И идем вот сюда. Раз, два, три, четыре. Это раз, два, три. Убрали. Так, смотрим, смотрите, здесь ничего не отображается, потому что сайт молодой, опять-таки я говорю. Так, а вот здесь очень хорошо, смотрите. Прям очень хорошо, смотрите. Индекс качества 10 моего сайта, я это уверен. Я из Яндекс.Метрики это знаю. Также, это количество просмотров за день. Да, это скорее всего, да, так и есть. Также по просмотрам, так, да, так и есть, смотрите, вот из каких стран люди ко мне приходят, ну, конечно, да, все-таки Украина ко мне побольше и Россия приходит, это да.
Так и есть. Все здесь как написано. Да, очень много с YouTube канала приходит. Я надеюсь, вы после просмотра данного видеоролика захотите посетить мой сайт и установить данное расширение. Давайте дальше перейдем. Смотрите, здесь ничего не сказано, потому что сайт молодой. Так, и давайте дальше посмотрим. Русская часть также, да. И анализ нажимаем в ру. Как вы можете видеть, ничего. От слова совсем. Давайте попробуем еще подождать. И попробуем на 500 поставить фильтр. Как мы можем видеть, что это такое. Давайте глянем, куда это ведет. Так, чисто. SEO-тест. Хорошо. Так, хорошо. Давайте дальше посмотрим. Нажимаем сюда. Опять-таки. И погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И пошли смотреть сразу. Как отмечается он именно в Яндекс.Поиске. Вот эти основные страницы поиска. Смотрите. Автор сайта первая. Политика и конфиденциальность здесь. Правила сайта здесь. Политика конфиденциальности и сам сайт. Ну, в целом шикарно, я скажу вам. Также моя группа ВКонтакте обязательно. И если вы не подписались, если хотите, обязательно подпишитесь. А дальше, смотрите, мой ролик сразу попадается. И дальше идет, вот тоже мой ролик идет. И здесь остальные идут не мои. Вы также можете это применить на свой сайт. Это я показываю именно как это работает на моем сайте. Чтобы было проще и не нарушать прав других сайтов. Так, давайте дальше посмотрим. Смотрите, что именно по социальным сетям попадается первым? Конечно, моя группа ВКонтакте. Почему, сейчас покажу. Давайте перейду в свою группу ВКонтакте. Почему же она все время светится рядом с моим сайтом? А вот почему. Смотрите, у меня здесь написано веб-сайт. Вот этот мой веб-сайт и написан как главное. Из-за этого он отображается везде. Давайте смотреть дальше. Яндекс. Только мои... Вот это все мои ролики здесь написаны. Вот эти вот были. Вот это вот все мои ролики. Это я даже не сомневаюсь. Я их сам записывал, потому что я знаю. Вот это мой... Вот этот сайт отлично. Давайте по почтам посмотрим. Здесь ничего нету. Дальше идем. Здесь я не зарегистрирован. Меня здесь не принимают, говорят. У меня два аккаунта. Я с поддержкой не связаться. Ладно. И здесь у меня нету аккаунта. Дальше давайте посмотрим. Так. Блин, запутался. Вот эти три. Раз, два, три, я вспомнил. Вы извините, если я мало комментирую. Вы больше смотрите, понимать надо самим, понимаете? Я, конечно, сам понимаю, что нужно больше комментировать. Но я понимаю, вам это интересно так слушать. Шучу, конечно. Дастин Фантастич. Так, смотрите, вот по ссылке и по тексту. Смотрите. Можно вот так вот раз по ссылке, а можно сейчас текст покажу. Ну вот, давайте. Сейчас у меня самый жирный такой текст возьму. Такой вот вообще шикарный текст. Так, где у меня самый такой, текст вообще, огонь. Вот, давайте вот этот щит такой возьму. Самый такой, текст. Можете, кстати, посмотреть вот данную программу, тоже очень хорошая. Скачали, и давайте сюда ныряем. Текст. И показать. Так, ну вот примерно вот этот. Давайте посмотрим, что это у нас дает. Так, это поиск Яндекса. Дальше смотрим. Это тоже поиск Яндекса. Ну, кому интересно, может будет интересно. Давайте дальше посмотрим. Так, смотрим, что тут у нас.
Так, вот интересненько. Давайте посмотрим, что это у нас. Так, это именно те сайты, которые мои конкуренты. Она поставила рядом со мной, потому что... Ну, выше по меня пока что. Давайте дальше идем. По вот этой ссылочке, давайте. Видео, шоу, здесь все собрано. Материалы, и нажимаем проверить. Идет проверка. Проверка закончилась. Так, и сразу смотрим, где данные слова упоминаются. То есть полная уникальность, а где-то вот может быть не уникальные слова, и они могут попадаться. К сожалению, вот именно в этом плане я немножечко ошибся, потому что, ну, чуть пониже уникальность, надо будет исправляться. Простите. Потому что мне эту статью писали на заказ, вот именно вот это вот, который сейчас у вас. Так вот. Так, давайте дальше. Ну, вас... Давайте дальше посмотрим, что еще здесь интересненького есть. Вот эти вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И шестую сразу попал. Молодец. Так, сайт. Ссылочку вставляем. Ссылочка. Давай. Я надеюсь, вам хоть чуть-чуть будет интересно смотреть. Но я пытаюсь показать максимально так, ну, юмористично и максимально понятное, что здесь и к чему работает, понимаете? Параллельно еще сам понимаю, что и где работает, понимаете? Так, время... Так, 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 сейчас найду. Так, сейчас должно будет сканирование сайта закончиться. Сейчас, да, так, так, где-то, где-то, где-то. Вот, вот, пошел, все, нашел. Вот, так, вот, 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 вот. В данный момент происходит сканирование сайта. Вот, видите, 3%. Как только оно дойдет до 100%, здесь будут показаны безопасность сайта, насколько он опасен, ну, фишинговый, не фишинговый сайт, ну... Проблемы сайта, короче, будут показаны. Где и что нужно будет подкорректировать от сайта. И если какие-то проблемы будут возникать, я обязательно буду их корректировать. Также советую вам делать обязательно. Потому что если вы будете сайт не лечить свой, забудете свой сайт, то обязательно его удалят или пометят как спамный сайт, который нельзя будет... Скорее всего, из-под фильтра вытащить очень сложно будет. Как вы можете видеть, данные функции позволяют. Данный вот этот шаблон можно посмотреть. Сайт очень хорошо. Вот внутренние свойства сайта. Что в начинке его? Давайте дальше посмотрим. Я прям сегодня прям весь сайт свой вывернул наизнанку. Давайте дальше посмотрим. Так, что здесь у нас? Смотрим. Здесь вообще понаписали прям кодировками какими-то непонятными. И все, какие-то ошибки здесь накалякали. Но я их исправлю. Это, скорее всего, ошибки с описанием или URL с статьями. Тоже исправлю. Также давайте дальше посмотрим. Вот. Здесь уже поинтереснее будет. Смотрите. Здесь все мемористично будет. Смотрите. Или, да, мимоистично, да, вот так назовем. Смотрите, двойной клик здесь можно сделать, видите, вот. Два раза кликнуть нужно, один и два, тогда перейдет, смотрите. Дальше давайте пойдем. Ошибки, что это вот ошибки у меня сейчас найдем. Давайте, где у меня уже ошибки спрятались, а? А давайте эти злые ошибки найдем, а нету пока. Ну давайте, смотрите, вот сюда перейдем и смотрим сейчас, как же это все отобразится-то. Смотрите. Один раз клик, дальше идем сюда. Не отобразилось, к сожалению. Давайте вот сюда перейдем. Я хочу посмотреть, как же все-таки отображается она. Сейчас спрошу, скажу кто. Вот. Видите?
Мода отобразилась, а вот этих нижних не отобразилось. Давайте сейчас в тест скорости проверим. Там точно должно отобразиться самый такой, знаете, жирный такой должен быть. Так. Ну, в целом отлично, я скажу. Вот так вот. Вот смотрите, запомните еще вот эти, вот смотрите. Вам поможет уменьшить количество неправильных размещенных знаков. Смотрите, вот H1. Видите вот этот заголовок? H1. При написании статей у вас могут возникать такие проблемы, как, например, вы забыли изменить самый заголовок на H2, чтобы с этим не было проблем. На более низкий, как они говорят. Давайте дальше смотрим. Смотрите, вот сколько тут всяких плюшечек. Сколько всего-всего-всего. Ну, давайте дальше пойдем. Да, так, дальше. Отчеты идем. Ух, дальше. Я надеюсь, вы еще не устали. А вот я чуть-чуть. Шутка, конечно. Но смешная. Так, смотрим. Давайте вот эти последние сделаем. Вот эти вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот этот седьмой. Мы уже почти на финише. Проведем анализ сайта. Давайте. Также здесь давайте. Так, светофор. 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 И нажмем проверить. Выполняется проверка сайта. Анализация называется. Давайте пока здесь посмотрим. Также вставим, вставим самую главную страницу. Смотрите, у меня была раньше вот эта страница, вот эта вот. А я через переадресацию 301, SEO-переадресация, переадресовал на вот эту страницу, сделал. Чтобы под телефоны тоже адаптация была. Ну, вы так чисто на ус мотаете, если вам. Так, вот робот TXT, да? Да. С роботом бывают проблемы, я знаю. И именно поэтому я пока его еще не сделал. Я его буду делать в ближайшее время. Я его не считаю очень таким вот, понимаете, важным таким вот робот TXT, что прям вот нужен. Он и робот TXT можно у любого другого сайта взять, похожего на ваш. Но учтите, он должен совпадать с URL вашего сайта. Ну хотя бы. Примерно ссылки должны быть сверху одинаковые, значит тематики должны быть похожи, и значит смысл будет одинаковый ваших сайтов. Так, давайте тут протыкаем все и начнем. Вот это вот беру и так. Так, смотрим, что тут хоть набуравили. Так, дальше идем. Так, вот это сразу прогрузим. Не прогрузилось. Так, смотрим. Где-то ошибки, да? Вот, ошибок тут вообще туча разных. Но это не важные ошибки. Это ошибки из-за того, что я уменьшил количество скобочек, чтобы повысить скорость загрузки. Не помогло, не беда. Еще поможем немного. Ну, в целом, я думаю, у вас все будет отлично в этом плане. У вас здесь будет отлично все, потому что вы не использовали скобки вырезательные системы. Потому что слишком много было скобочек, а они не особо-то важны мне, понимаете? Меня. Ну и давайте уж последние такие штрихи, финальные. Кто остался, прям флаг в руки этому человеку. Ну, видимо, не остался. Раз это не загружается, ладно, давайте остановимся на этом. И так много всего сделали. Давайте я все закрою тогда.
Такс. Это я обещал вам, я сделаю. Я специально оставил. Вы не думайте, что я что-то забыл. Не-не-не. Я все помню. И все. Вот такой длиннющий ролик. Смотрите, получился у нас. Прям вообще неимоверно длиннющий. Также еще вот здесь небольшие такие есть плюшки, наподобие проверки SSL протокола, которые вам будут мало полезны. Если, конечно, вот смотрите, вот SSL протокол. И сейчас вот чисто вам для фана покажу какой-нибудь, ну, серьезный сайт. Ну, например, ВКонтакте. Вот, давайте. У меня он открытый. И вы смотрите, вот давайте. Как можете видеть, смотрите, видите, защищенный сейчас. И пока смотрим, видите. Сразу, смотрите, индекс какой высокий. Сразу показания какие большие. Сразу, смотрите, защита максимальная стоит. Смотрите еще. Отличия от моего сайта просто колоссальные. Но я говорю не про отличия. Кстати, вот еще есть такая функция. Смотрите, вот. Вы можете на телефон вот это вот сфоткать. Вот так, чик. И отправить, ну, то есть на телефоне зайти на этот сайт. Если не можете, типа, ссылку там, ну, трудно ссылочкой там искать, вводить. Вот можно таким образом сделать. Также можно заскриншотить то, что у вас находится на экране, если я не ошибаюсь, да. То есть полностью весь сайт скриншот произошел. Все записи, вот все, что есть, вот полностью скриншотило. И можно вот так сейчас пролистать до самого низа. Ниже только уже что не прогружается за один раз. Я вам гарантирую. Дальше давайте еще о секретных функциях данного расширения поговорим. Так, вот это вот еще плюшечка такая есть. Давайте покажу. Она заходит под режимом невидимки, как вы можете видеть, видите? Типа кэша нету, все чисто как бы. И вот так заходит, смотрите. В невидимку раз, загнал, раз, в невидимку. И все, и типа сайт, типа, смотрите, вот из-под сайта, видите, как бы не настоящий, видите, из-под сайта заходит, видите, как вы можете видеть, переадресация идет, видите, раз переадресация перешла, сейчас должна будет загрузиться сайт, но я не буду дожидаться, вы уже видите, идет загрузка страницы главной. Так, и уже последние такие функции остались. WebMoney кошелек, защита сайта и вот эти вот функции такие вот, по мелочи чисто вот. О, загрузилось. А в целом неплохо. Можно, в принципе, туда поставить. Ладно. Так, вот смотрите, так, надо будет... Это типа анонимизатор, понимаете? Все посещения с данного сайта, ну, понимаете, стираются. Вот смотрите, сейчас я вот здесь, и вот здесь. Вот. Видите, разница какая? Большая разница. Видите, происходит какая? Не прямая загрузка страницы, а через какой-то сервер идет получение данных. И просто вам приходит копия на сайт страницы с загруженным логом, насколько я понимаю. Ну, и последний штрих. Это вот на вот это можно закончить. То есть, смотрите, не вот это, а вот смотрите, видите, можно еще выбрать, что вы хотите искать. То есть, я могу вот так сделать, смотрите, скопировать сюда, перейти сюда. И смотрите, вот так сделать, поиск, и вот так вот, и нажать поиск, то есть, вот так вот, и сейчас она закинула меня в, да, куда я думал, ну ладно,
Я думаю, у вас голова кипит конкретно. Я даже не сомневаюсь, что у вас голова кипит сильно. Вот, кстати, вот мои 10, видите, я не сомневался. Вот мои 10. Голова у вас вообще там башка кипит. Именно поэтому я, пожалуй, остановлюсь на этом. Не буду вас перегружать совсем-совсем конкретно. Ну, поставьте лайк, если за мой труд, пожалуйста. И подписочку оформите мне. Ну, и на канал колокольчик поставьте. А если вы досмотрели до конца, вы самые преданные мне пользователи. За это я вам хочу сказать спасибо, что досмотрели до конца. Всем удачи и пока. До свидания.